66-м. Оно стояло, как сказать, с тех пор, как я поставила. Продаете? Да, продавщица их. Покупают? Случается, покупают, но сами понимаете, нужно знать, что продаешь, разбираться. Да и сложно это все, время немного уходит. Да, времени много уходит. А когда понимаешь, что... Знаешь такое место? Нет. Он вот смотрит в окно. Маленький такой человек стоит и смотрит в окно. Удивительно. Я только не знаю, а можно? А что? Видишь, она говорит не про женитьбу, он говорит, ну, ты дура. Нет, сейчас вот скажу, я совершенно, вот ты как сейчас отреагируешь на то, что я совершенно с вами согласна? Да? Вот, понимаешь смысл? Но он же ей такого не говорит. Он ей хорошо, говорит всякие... Хорошо, то есть они единобычные. Хорошо. Тебе идет твой наряд сегодняшний. Спасибо за то. Я совершенно с тобой согласна. Поняла? Не знаю. Вот эту фразу еще раз почитай с тем смыслом, что ты знаешь. Давай. Вообще, зима для нас самая неспокойная пора. По ночам спим плохо, то и дело соскакивает с кровати, бежит к окну передними лапками, становится на подоконник и смотрит во двор. Что она там видит, я не знаю. А я на нее смотрю. Человек. Маленький такой человек стоит и смотрит. Удивительно. Я моей чапоньки Для моей чапоньки совершенно не важно, как я выгляжу. Плохо ли, хорошо. Она любую меня любит, понимаете? Ей важно, что и вы для нее делаете. Что вы для нее делаете и что? Ей важно, что я для нее делаю. И что я? Да. Это да. Согласна? Да. Да, блин, твои фразы. Я вот это не понимаю, что она очень. Я очень. Да, она уже втюрилась в него практически. Ну, тогда бы она как бы наоборот. Но. Я чуть не проговорила. У нее мысли немножко в другом направлении. Я очень. А ты говоришь, с придыханием мне говорили. Вы согласны со мной? Очень согласен. Я очень. Я тоже. Помолчали. Каждый о своем. Вот. Тут они не о своем, не каждый о своем. Он опять Вы согласны со мной? Я очень. Да. А ты, а вот это вот какая-то фраза такая. Давай. На меня глядеть некомфортно, верно? А он, сукин сын, я как на диване лежу, а он в кресле. Ну, я ему кресло поставил, потому что подумал, зачем уже ему со мной на диване. Привыкнет потом, если понадобится. Нет. Так я его сразу на кресло выручил. И вот так мы с ним. О чем я это говорил? У всех, наверное, а? Я не знаю. По-моему, это очень мило. Зима для нас самая неспокойная пора. По ночам спим плохо. То и дело соскакивает с кровати, бежит к окну, передними лапками становится на подоконник и смотрит во двор. Что она там видит такого? А я на нее смотрю. Человек. Вот смотри. Маленький такой человек стоит и смотрит в окно. Удивительно. Что она там видит такого? Он, слушая ее, сассоциировал с собой. Я не знаю. Опять отстранен. Значит, справа. У чапоньки слух поэтический. Она слышит, как лист с дерева. Это молодец. Вот в этом, вот в этой путелице, в чапе, видел себя. Понимаете, я работаю в художественном музее. Времени уходит очень много. Продаете? Продавщицы. Изделия из дерева, керамики, металла, художественные, полотна, много всего. И покупают? Ну,
получается, покупают, но чтобы продать, нужно разбираться, понимать. Это сложно очень, на все время уходит. Времени, да. На все. А как потом подумаешь, на что? Я с вами абсолютно согласна. Чапонька их слышит всегда. Нормально. Мало. Я пока слова повторю. Простите, а вы участвуете? А какое-то имеет значение, простите? Страшное, оказывается, имеет. То есть ты вообще ни на что правды не имеешь. Если тебя уши короче, чем надо. То есть ты... Такой хороший, такой. Если бы вы не сказали, я бы ни за что. Подумаешь, уши. А, действительно. Как зверь, слышь, ты тоже очень классно. Ключевая фраза, как зверь. Я Чапоньке тоже слух изумительный. Мы с моей девочкой живем на 4-м этаже. Дом 9-этажный. Под нами еще 5. Знаю. В 66-м у меня кандидат знакомый. Я ему жигуленок регулирую. Ох, не везет ему. Жена у него 3-я. По-моему, говорит, тех двух намного хуже. Они не на 9-м этаже живут? Они на 2-м. Другие, значит. Вертикали для 9-го, как ваша, но еще и по горизонтали. Немножко хвастается. И собой, и собака. Ты сказку расскажешь, все, друг. Я тогда еще тоже смотрю онлайн, думаю, что за пиздец. Мне идет в детских утренниках играть. Ну, продолжай тогда. Что лезешь в лесу? Убегает к окну и смотрит. Смотрит, что она там видит. А я на нее смотрю. Нет, читай текст. Человек? Читай текст, пожалуйста. Бежит к окну. Это очень важно сейчас. А, хорошо. Так, вообще-то... Еще что раз. Она ему будет давать тарелочки, нормально есть. Слушай, вы же правильно говорите. Это у них, у пуделей, наверное, в крови. Тоже в окно. Его хлебом не корми. И тоже вот, как вы говорите по ночам. Я не хочу пьесу. Давай. Ну, ты далеко пустая, так далеко не вижу. Я совершенно с вами согласна. Я мои чапоньки... Да будничнее. Жалуйся на жизнь. Я совершенно мы с вами же, согласна. Мы же договорились, что уже это не про чапу и не про этого. Я совершенно с вами согласна. Очень мама, согласен. Я очень. Что вот я... Ну, то есть о своем получается, что он такой думает... Ну, то есть он уже спросил про женитьбу и не услышал никакой ответки. Да? А, и такой, ну, что-то ладно, еще художественный салон. Это... Почему нет? Простите, а как? Как все, так и мы. Да, понимаю. Понимаю. Что? Понимаете, я как-то неожиданно. Я как-то не ожидала. А кто ожидал? Я что ли ожидал? Подумайте. Ну, торопиться некуда. В таких вещах вообще не... Вообще говорят... Если, конечно, уши нет. Давай не будем читать с листа. Породу ваша собака, здравствуйте. Как? Шверк? Шнауцер, спасибо. Красотка, девочка же. А, да? Прости, родной. Из металла, из дерева, из керамики. Золото, бронзу, там, все что угодно. Я тебя еще не перебиваю. Золото, бронзу. И покупают? Случается, покупают, но не всегда. Это нужно уметь продать, преподнести правильно. Времени на это много уходит, сами понимаете. Сложностей много. И времени на это все уходит, сами понимаете. Времени, да. Уходит. Уходит. Все. Как уйдет, потом думаешь, на что? Ну,
продаете? Да, продавщица. Художества там всякие? Живопись, скульптуру, изделия разные. И покупают? Случается, покупают, просто это все очень сложно, сами понимаете, времени на это все надо уходит. Знать, что продаешь. И не торопись, мы вообще никуда не торопимся, мы уже, еще раз, мужик, он летает за ней уже достаточно давно, и у него, он уже подходит к ней не просто знакомиться,